програма «Класна екскурсія» і я, її ведуча, Дігтяр Аліна. Сьогодні ми будемо грати на барабанах. Приєднуйтеся до нас і це буде «Класна екскурсія». Сейчас проведу вам небольшую экскурсию по тем инструментам, которые вы видите сейчас перед собой. Это этнические барабаны. Как вы знаете, каждый народ имеет свой музыкальный инструмент, и у каждого народа есть свой барабан. Сегодня у нас представлены африканские барабаны, джембе. Вот они такие деревянные, у них деревянная основа идет и обязательно кожаный верх. Он звучит более низко. Все инструменты мы сегодня попробуем на звучание, попробуем, чем они отличаются, и что-нибудь у нас да получится, я надеюсь. В общем, джембе – это африканский барабан. Он обычно больше, чем другие барабаны. Это средний вариант джембе. Есть еще вот такие большие. Они обычно как басовые барабаны идут. Ну, вот это уже современная вариация джембе, тут уже пластиковая основа, тоже кожаный верх. Ну, в принципе, он легкий, его удобно с собой транспортировать, потому что, ну, обычно на таких барабанах играют где-то на природе, где-то в кругу друзей, да, то есть возле костра, где-то, где можно взять с собой вот такой инструмент, и уже с собой есть музыка. Это еще один тоже джембе, это из Индии привезенный инструмент. Вот это идет турецкая дарбука. Сейчас она у нас здесь не самая красивая, на самом деле бывают более красивые с инкрустацией такие. На ней играются пальчиковой техникой, но мы турецкую технику использовать не будем. Турецкая техника, она заключается вот в таких щелчках. И, в принципе, очень быстро щелкать пальцами достаточно сложно. Это нужно с детства учиться этой технике. Поэтому мы используем вот дарбуку в данном случае как обычный африканский барабан. Потому что звучит он тоже громко и тоже у него есть звук ду и звук т. Вот эти два красавца – это у нас арабские инструменты. Называются они думбек. Думбек, как правило, ну тоже вот красота, да, его мастер сделал именно из ракушек, то есть, да, вот выложил инкрустацию. Обычно на думбеке играют вот в такой позиции, сидя, да, и обычно сверху, снизу. Он тоже очень звонкий, на нем играют обычно быстро, но мы тоже будем сегодня использовать вот такую позицию, то есть играть сверху, потому что для того, чтобы настроить пальчик сверху, удар, чтобы он звучал, это достаточно сложно. Вот. А в такое положение вот мы начинаем сверху, да, есть сверху удары, мы сейчас их будем учить. Родом ці музичні інструменти з країн Азії та Африки. Там на таких барабанах грали ще в давнину, а сьогодні вони дуже популярні в Європі. Перший момент – дно барабана має бути відкрите, тому що благодаря цьому дну відбувається звук. Вірніше, він відбувається, тобто звучання громке за счет того, що мембрана колишеться, і тут отображается звук. Поэтому возьмите его в коленочки, да, зажмите вот колено, в коленочках. В барабане, в этнической перкуссии есть три основных звука. Первый звук – это самый низкий, он бьется по центру. Мы сейчас будем пробовать это. Он называется дум. Он, в принципе, когда вы ударяете, он так и звучит. Дум, 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 дум. Бьем целой ладошкой. Ладошка у нас совмещенные пальчики вместе, она более так, пальчики напряжены, и мы бьем в центр так, чтобы у нас ручка отскакивала. Мы не прихлопываем барабанчик, и там ручка у нас остается, а так ударяем, чтобы у нас... Зайка, сейчас тренируем, вот, да, только этот звук сейчас отрепетируем, хорошо? Чтобы ручка отскакивала, да. Еще один основной звук, он называется тек.
Играется он правой рукой, все нашли правую ручку. И бьется он по ободу барабана. Вот этот пластиковый или кожаный корпус – это мембрана. На половинку попадают сюда, а на половинку на обод. Если у вас джембе, значит, вы просто ударяете кончиками пальцев по краю барабана. Угу. И удар должен быть, то есть мы просто кидаем ручку и тоже стараемся не заглушать, а стараемся, чтобы она немножко отскочила у нас. И при этом пальчики у нас здесь растопырены. Здесь у нас пальчики собраны, а здесь пальчики растопырены. Угу. 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 Дальше левой ручкой звук К. То же самое, только левой рукой. Угу. Хорошо. Итак, мы выучили три звука. Теперь из этих звуков мы будем создавать ритм. Попробуем просто поочередно сыграть те звуки, которые мы выучили. Получается ду, э, ка. Ду, э, ка. Ду, э, ка. Сначала идет правая ручка, потом левая. Э, ка. Ду, э, ка. Максимально по краю бить удары, чтобы звонко было. Хорошо. С барабанами мы познакомились. Теперь небольшой экскурс в мир ритмов. Сейчас маленькое упражнение на то, чтобы мы сонастроились, так это говорится, чтобы мы могли играть все вместе, одним большим коллективом. Одно есть такое упражнение. Пожалуйста, выставите ручки вперед. Одна вверх, другая вниз. Теперь я буду хлопать, и ваша задача просто повторять за мной. То есть точно так, как я это хлопаю. Угу. Помнишь такое? И, внимание, начали. Оп, пропустили. Теперь задача еще более усилить ваше внимание и хлопать, да? Если я останавливаюсь, вы тоже должны уловить этот момент. Угу. Угу, еще раз. О, уже хорошо. Угу. А? Ну, уже слышите прогресс? Угу. И последний раз. Молодцы. Так повышается ваше внимание и внимание к тому, как мы сейчас будем играть. Да? Задача барабанщика всегда слышать друг друга, потому что если мы слышим только себя, то музыки, как правило, не получается нормально. Вот. Поэтому сейчас внимательно слушаем то, что я буду играть, и пробуем повторить из тех комбинаций звуков, которые мы уже выучили. Да? Помню, у нас есть ду, э и ка. Я сейчас буду играть несколько вариаций, самых простых для начала, да, и вы попробуйте просто повторить то, что я сыграла на барабане, хорошо? Только давайте так, не сразу, когда я играю, да, вот я закончила, например, ритм, и вы после паузы повторяете за мной ритм, не сразу, когда я сыграла, да, дум-та-та, раз, дум-та-та, чтобы это было через вот этот раз, да, про себя скажите раз, и тогда сыграйте то, что вы услышали, хорошо? Итак, начинаем. Угу. Еще раз.
давайте попробуем вот этот ритм сыграть все вместе. Как вам? Интересно? Сразу какое звучание. Видите, на самом деле ритм знать полностью досконально не обязательно для того, чтобы его сыграть. Вы выучили три звука, и у вас уже получилась какая композиция, да? По сути, вы все вместе играете, уже слышите его, хотя вы даже уже, наверное, забыли, как называются эти звуки. Поэтому наши ритмы, они у нас в голове, мы их поем часто, мы ими живем. Поэтому стараемся эти ритмы перевести вот на уровень барабана, чтобы он прозвучал. Сейчас попробуем сыграть тот же ритм, и вы продолжаете его играть, а я попробую немножко поимпровизировать на тот ритм. То есть вы, получается, играете основной ритм, вы ведете, у вас ведущая партия. А я попробую просто добавить несколько, украсить наш ритм, чтобы он был еще немножко красивее. Угу. Да, это маленькие концерты, права. Еще раз, все вместе начинаем ритм. Уже ручки болят, да? Поначалу, пока мы начинаем играть, да, еще мы стараемся сильно бить барабан, потому что, чтобы звук был громче, мы хотим ударить сильнее. На самом деле, если правильно отработать технику игры, если четко пальчиками ударять по барабану, то нужно совсем немного усилий для того, чтобы он громко звучал. Поэтому пробуйте по-всякому, ну, со временем приходит вот это ощущение, что достаточно совсем легко касаться барабана, и он будет уже хорошо и звонко звучать. Давайте сейчас, чтобы снять напряжение небольшое, да, потому что ручки мы сейчас контролируем достаточно сильно, просто поиграем такие вот дроби, это раскрепостит наши ручки, и мы поиграем на ускорение, то есть играем до того момента, пока совсем уже нет. Но начинаем медленно, начинаем медленно. Попробуем поиграть композицию небольшую. Угу. Сейчас кто играет на джембе, это вот наши три барабанщика, для вас будет такая вот партия. Поиграйте, пожалуйста, вот так. И старайтесь играть вместе, чтобы вы не сбивали друг друга, чтобы у вас было одно звучание. Да, все правильно. Угу. Мы с вами, вы продолжаете, сейчас мы с вами партию выучим, да? Мы играем
по ободу барабанчика, і ми граємо тека-тека-те, тека-тека-те, тека-тека-те. Хорошо. Теперь ребята с джембе начинают играть тот ритм, который они выучили, а мы к ним подключаемся. Сначала я подключусь, а потом вы подключитесь ко мне, хорошо? И давайте вместе. Класна екскурсія, і сьогодні ми завітали до школи етнічних барабанів у Сумах. Вчимося відбивати стародавні ритми. Внимательно, сейчас начинаем. Дум-дум-те тоже. Да. Смотрите, да, есть инструменты еще дополнительные у нас.
Они для того, чтобы, сейчас я все расскажу, они для того, чтобы разнообразить наше звучание. Ну, обычно, иногда бывает гитара, это вообще чудесно, это мелодичный инструмент, он хорошо дополняет, да. Но если нет совсем гитара, есть барабан и есть вот такие шумящие, которые легко взять с собой в сумку или в рюкзак, то это чудесно дополняет композицию, потому что сами барабаны все-таки иногда звучат сухо. Есть колокольчики, вот такой тамбурин. Жабка – это вообще такое создание интересное. Если вот так проводить по гребешку, да, в этом и есть задание, да, ее задача, она как будто квакает. Ну, по ней можно еще вот так бить, и она как метроном получается. Можно дополнительно еще ритм выбивать именно жабкой. Возьми на ручку ее. Есть шейкер. Есть кастаньетка. Можете все попробовать поменяться. Ну, то есть инструменты можно как угодно. Есть еще такой инструмент. Ну, он, правда, конечно, недоработанный еще, он должен быть покрашенный и полностью настроенный. Он еще в процессе разработки. Это маленький барабанщик, это уже инструмент будущего, так сказать. Это уже современный инструмент, на нем можно играть пальчиками. И в нем прелесть в том, что как бы ты ни играл, он все равно звучит красиво, потому что здесь гамма выложена лепесточками, она очень красиво звучит. Играть, ну, более мелодичную, более спокойную музыку. И предлагаю вам сыграть последнюю композицию. В принципе, мы с вами уже плановую композицию сыграли, да, мы уже научились играть. Сейчас попробуем просто поимпровизировать, чтобы вам было приятно, чтобы вам не приходилось напрягаться, какой ритм сейчас я должен сыграть. Просто как вы слышите, как у вас звучит барабанчик. Я периодически, может быть, буду брать какой-то тоже или шумящий инструмент. Я поиграю основной ритм, я его периодически буду менять. Ваша задача разными инструментами заполнить пространство, но заполнить так, чтобы это было красиво, чтобы это было мелодично и чтобы было слышно друг друга. От вас услышать на прощание одно послание в виде ритма. Сыграйте, пожалуйста. Вот мы сегодня провели такое прекрасное время с вами. Пожалуйста, вот я, например, для вас сыграю сейчас ритм. Это будет вам ритм благодарности за то, что вы были внимательными, слушали, за то, что вы вообще пришли, проявили интерес к этому всему. Вот мой ритм будет такой.
пожалуйста, каждый сыграйте какой-нибудь ритм, который вот у вас от сердца. Чудесно, очень мелодично. Шикарно! Похлопаем друг другу, вы сегодня вообще молодцы большие. Я очень рада, ваши послания для меня всегда останутся в сердце, потому что я не ожидала на самом деле, что вы так за первое занятие сможете такие интересные вещи сыграть. Сподіваюся, вам сподобався наш барабанний ритм. А сьогодні вже час прощатися. До наступних зустрічей!